День рождения! Жители 137-го дома по улице Мичурина хорошо знают. День рождения отмечает их управляющая компания ЖКС. За несколько лет сотрудничества в доме сделано многое. Отремонтировали кровлю и козырьки над подъездами, обновили отопительную систему и канализацию. Сделали канализационные трубы нам. Это тоже. Здесь около первого подъезда канализационная труба, она лопнула в двух местах и вынуждены были заменить 8 метров трубы. 3 года назад жители больше 1200 многоквартирных домов Самары доверили ЖКС управление своим жильем. Компания, постоянно развиваясь и наращивая материально-техническую базу, задала новые стандарты качества услуг. Ежедневно работники 22 ЖЭУ занимаются содержанием домов в чистоте и порядке, благоустраивают дворы. Самое главное, говорят специалисты, это непосредственная работа с жителями. Мы свое как специалисты, они свое как жители. И вот в этом есть взаимопонимание. Есть взаимопонимание, и как пойти и им навстречу, и они прекрасно понимают наши доводы для того, чтобы они спокойно дальше продолжали находиться в своих квартирах и с водой, и с электроэнергией, и с канализацией работающей. Поздравить управляющую компанию ЖКС с днем рождения пришли взрослые и дети. После подвижных игр для всех гостей организовали чаепитие. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.